инвесторами. Несмотря... Каждый год «Иннопром» становится чуть лучше, лучше, лучше и лучше. И это правильный процесс, потому что первая выставка прошла несколько лет назад. В масштабах возраста нашего города это совсем-совсем мало. И для того, чтобы выставка вышла на серьезный международный уровень, как это европейские выставки, это 5 с лишним лет. Это нужно понимать. Не нужно ждать от «Иннопрома», что он за один год станет большой международной всем известной выставкой. Это рост. И этот рост на «Иннопроме» сегодня виден. Видно, как улучшается работа с точки зрения организации, появляются новые предприятия. И здесь я бы компании «Формика» сказал спасибо за ту работу, которую они проводят. С точки зрения первого круглого стола, который прошел, это начало диалога, это пристрелочные такие вещи с точки зрения экономики, когда китайские инвесторы задают вопросы, что нам интересно. Мы спрашиваем, какая доходность интересна китайским инвесторам, сколько они хотят зарабатывать. Естественно, они хотят зарабатывать в своей валюте, мы хотим работать в своей. Но это начало диалога. И самое ценное у этих круглых столов – это то, что мы познакомились, мы начали диалог, соответственно, можно предположить, что дальше будет развиваться.